кормить. Вот видишь, уже он в нашей маечке. Молодец. А это что? За павильон. Таран? Туда все. Да, это парк Сокольники. А, там. Они все не сидят. Да, да. А что, заказать, послушать? Где будет по парку? Я себе найду, заведи мне такси. Ну смотри. Вот Макс, бабушка. А я бабушка молодая. Давай, какая молодая бабушка, да? Поддерживаем вашу политику. Хорошо, молодец. Вас, всех молодец. Так что хорошего вам дня. Спасибо. Спасибо. Девочка, подойдите. Да, да, да. Все, название. А. Слышите, вас друзья. Какой чай? Какой оказ? Так что, да все. И мало, пора обедать. Сейчас, ребят, скажут все. Идем пока. На точку. Берем вкусно, поедем. На возврат еще возвращаемся. Давай. Не бойся. Он боится, Вот папа здесь. Держись за папу. Приходите в парк Сокольники, еще не поздно. Спасибо. Там блины наши, Всем привет. С масленицы, ребят, все у вас. С масленицы. Максим Сергеевич, вы где? Сейчас масленица. Да, все с масленицы. Но мы не то, чтобы свои лица вам показывать. Привет вам от депутатов Госдумы, фракции ЛДПР. Привет. Всех с масленицей. Я пират. Такой парень. Давай. Не встаю. Опа, поймали. Кого-то мы будем. Отлично. И не забывай спрашивать. Деньги раздай пенсионерам, раздай праздничные денежки. Кто там есть, всем дай. Ты около меня стой, раздавай, иначе тебя не поймут. Не поймут. Скажут, записывает в ИГИЛ. Ты около меня стой. Сейчас столько таких ходит, аферистов. Давай. А, да. Димка, тебе привет. Стец 20. Ребят, драка была, уже посмотреть, там записи дальше будет, сейчас закроют, посмотрите. Вот блины с удовольствием беру, а деньги боятся. Ну, пойди купи блин, нет, вот дай ему блин. Береги, в карман спрячь. Все. Гордый. Да, давай. Вот, что у вас еще? Дайте на конфеты пенсионерам.
Да мало даешь, по 300 дай. Ой, дайте, пожалуйста, мы такие. Вот еще спасибо. Праздничные. Дай Бог здоровья. Масленичные. Дай вот мальчику тоже. Спасибо. На конфет, девочки. Вот еще дай. Еще дай ему дай. Вот сюда дай. Ну, спасибо. Давай, пальчик. О, пробки. Встаньте, да. Встаньте, а вот и Дегтярев. Драку заказывали? Все, хватит. Ты сейчас так бежал из дома? Я видел, видел. Что? Смотрел. Да. Так он же отвечал, это он отвечал. Вот сейчас. Мы на весь мир. Пешком шел? Да. 400. А то что? Да? Вот, 400. Вот хорошо. Где Сбитень? Сбитень где? Хорошая вещь, я еду. Это лучше, чем флешмоб. Конечно. Сразу идет, иди. Там договариваются завтра. Вот давай сюда. Кто хочет на масленицу по морде получить? Видели? Александр Борисович. Уже прослушал, конечно. Привет! Это Михаил Дегтярев. Масленица и вас, дорогие. Это о том, о ком мы вначале, Владимирович, говорил. Идем дальше. Идем дальше. Пойдем. Откуда что? Здесь, пожалуйста. Вот он. А, вот и Глинтвейн. Давайте всем бесплатно. За каждый вечер он будет рассчитывать, чтобы не боялись. Мы не сбежим, мы не коммунисты. Как вы спавите, о чем вы говорите, ребят? Хорошо делаешь, плохо. Плохо делаешь. Горячий, тоже плохо. Когда же хорошо-то у вас будет? Подходи, Чернышова голос не слышу. Я здесь, Владимирович, я боюсь, что куча мала. Богатая, а мы Глинтвейн, куча мала будет. Глинтвейн. От Чернышова, от Василия. От ЛДПР Глинтвейн бесплатно. Бесплатный, горячий, безалкогольный. Зачем вот что-то организовывать? Подойди, да, и все, мы рассчитаемся, и все, давайте. Кто еще? Давайте руки. Всем, всем. Кто не пил, проходите вперед. Подходите. Вперед, кто не пил, не пробовал. Горячий, хороший. Горячий напиток от ЛДПР. Всем вам. Подходите для всех бесплатно. Спасибо. От ЛДПР. Рассчитывайся, зайцы. А? От ЛДПР бесплатно. Кто еще не пил? Давайте, Глинтвейн горячий. Горячий Глинтвейн. Спасибо, с праздником. Да. Горячий Глинтвейн от ЛДПР. Классический. Пейте. Всем дадим руки вперед. Всем дадим. Бесплатный Глинтвейн. Бесплатно от ЛДПР. Напитки. Попейте, чтобы согрелись. Пьяные не будете. Все от Дегтярева, это он привез. Вот он всю ночь его варил. Дегтярева продумал. Кто еще руки давать?
Сам давай. Бесплатно, а то ДПР. Вот дальше. Берите, берите. Кто еще? Мне это дай, я потом. Курдюмов, ты попей тоже, ну. Я за рулем. Великолепно. Подсенья, что ты не пьешься? Почему? Я уже выпил. Он бросил их вообще. Хватит? Все, еще все, есть кто? Все, все. Давай еще. Ничего не отвечает. Какой? Сидень давай, ты имбирный, да? Да он вас будет, и мы обратно будем. Кому еще? Вот давай, вон мужчина, давай, вот мужчина. Вот парню маленького. Еще давай. Ему всем дадут, всем, и вам дадут. Никит, дай сюда, Никит. Никит, сюда, да. Никит. Вот Никит, сюда дайте, дай, вот стоят. Быстрее, еще, наливайте. И то. Питин, дайте. Вот дай, мальчик стоит. Вот женщина стоит. Вот еще. Сюда давай. Вон там мужчина дай. Люриш, не будут держать. Вон мужчине дай. Вот туда. Вон дай. Еще ребенку дай. Дай мужчине, он стоит уже на ножке. Вот туда. Чуть-чуть. Рядом с ним парень дай ему. Ну, типа, вот дай такой, очень легкий. Еще, наливай. Еще руки пропадут. Вот еще, давай. Еще. Вот рука лезет. Дегтяревская рука, она большая. Да, тут парень, ну хоть не мой. Ну-ка не мой Финляд не сбежал. Фин. Ну-ка не мой Фин. Дайте ему тоже. Вот это. Так. Дай ему. Давай, бери. Давай, сбить всем. Одинаково. Кто еще? Подходите. Пожалуйста. Вот сюда давай. Пейте, все, пейте. Все, а можно? А то обольешься. Вы самый умный депутат. Попейте. Мы вас теплый, очень сладкий, любим. Вкусный. Владимир Вольфович, мы вас очень любим. Спасибо. Кто еще? Вот тут не алкогольный. Алкогольный. Да, не алкогольные они, какие алкогольные. Из меда, вот, из Питера. Медовуха. Какой менее алкогольный? Из Питера? Алкогольный, вы что? Какой алкоголь вы взяли? Это же мед, варят мед. Это безалкогольный мед. Это вроде глинтвейн, но это безалкогольный. Безалкогольный. Рассчитайся. Все, кончилось? А теперь небольшая драчка. Согласен, да? Кто у нас? Кто? Я уже. Ваня. А? Закидывай толпу. Вас. Даже что там еще? Даже сейчас это, чтобы не облились. Нет? Здесь сейчас драка. Дай Ивану дай. Иван, пей. Что ты стоишь? Пей. Теплый, сладкий. Так, вот у вас фотографии. Сюда ему давай. Сюда. Че он улыбается? Очень улыбается. Жирок, подвеси. Ну давай, вперед. Ты что там такое? Боря. Давай его сюда обратно. Боря, давай. Хватит его жалеть. Боря. Ну все, хватит, какой-нибудь уроним. Андрей Андреевич старается, видишь? Иди, мол. Да, это традиция. Драки, единение с народом, купцы, да, с людьми. Сперва много блинов, нету сметаны, варенья, мед. Теперь... Потом много сметаны, варенья, мед, не хватает блинов. Потом то и то хватает, не хватает печки.